Это на данный момент самый большой вертолет? Серийный. Серийный, да. Самый большой, да? Да. А разработка, это что, в 70-х, да, готовили? Да, до сих пор он выпускается. Обалдеть. Какие планы у нас? Вертолеты. Дальше? Девушки потом. А после вертолета? Девушки на Снянку не хотите съездить? Снянское водохранилище. Рядом. Обстоятельства. А? Погода хорошая, можно съездить. А мы еще куда ходили? А в музей Великой Отечественной войны поедем там где-то? Неплохо бы. Но что-то как-то время идет, а... Не, мы успеем. А ну, нам час хватит на дом, мы, наверное, час-полтора будем. Пару недель назад на территории вот этого комплекса открыли еще музей космонавтики. Я в нем еще не был. Сегодня надеюсь, что удастся побывать. А в этом музее, кстати, я был. Аттракцион сфера. Полазить можно вот в том самолете, в Ан-2 можно полазить. И там дальше еще можно полазить. Это Ми-1, 48-й год. Опять же, огромный плюс этого музея, то, что здесь почти везде можно полазить, потрогать руками. Очень круто. Вот с такой штуки я прыгал. Там даже порулить можно. С такого прыгал он. Трос. Конечно. Да, так вот здесь можно попрыгать. Вот мощь была, да, в Советском Союзе. Все, все разработки, все до одно, от и до. Все разработки тех времен. Сейчас же ничего нового еще не разработали за последние 25 лет. Только модернизировали это что-то. Суперджет 100. Да, тоже модернизирован, он же не с нуля сделан. Нет, с нуля, по-моему, сделали. Да вряд ли, что-то. Он, у него компоновка какая-то специфическая, очень-очень низкие такие турбины. Я недавно специально вот в Казань летал и попросил... Мне говорит, вот можете такими-то рейсами, таким-то суперджет. Он летит всего час, все остальные полтора. Потом мне кто-то сказал, что самолет наоборот, он очень стрёмный. Зря ты в нём полетел. Вы когда-нибудь видели такое? Кольцеплан Нарушевича, 88-й год. Даже не видел. Короче, сегодня со звуком будет полная беда. Вчера ветра не было, а сегодня есть. Так что не знаю, как звук запишется. Буду пытаться что-то сделать, но не уверен, что это получится. За ручку хватайся. Молодец. Круто. В Америке же есть, да, похожие музеи такие? Нету? Военной техники нету. Можно на живой аэродром прийти, на живую военную базу. Например, мы ходили там, где корабли большие. Ага. Вот, там можно. Да? А таких музеев? Ну, там действующие корабли, туда ходишь на палубе, смотришь. Внутрь, конечно, не пускают, а так пофотографироваться с матросами, походить можно. Ясно. Еще недавно вот этой штуки здесь не было. А, это тот самый музей космонавтики.
начинать снимать. Вообще чумой, да? Просто гигантский. Короче, очень круто побывать за штурмом одного из самых больших вертолетов. Не могу отрицать это. Это на данный момент самый большой вертолет? Серийный. Серийный, да. Самый большой, да? Да. А разработка, это что, в 70-х, да, готовится? Да, до сих пор он выпускается. Обалдеть. Вот вам, и пожалуйста. 40 лет назад, и до сих пор никто больше не сделал. Нет. Круто. Можно тут же полетать на вертолете, на самолете. Цены весьма приемлемые. Фрахтуешь судно вот на 10 человек, и цена получается примерно по 300 тысяч человек. Очень удобно и очень демократично. Так что всех приглашаю. И еще можно попрыгать с парашютом. Курс обучения прыжка 150 тысяч, а прыжок программа А1 900 метров 830 тысяч всего. Очень недорого. Все, народ, сейчас наша интернациональная компания дует дальше, хотят в музей Великой Отечественной войны съездить. Я там был уже раз 5. Не поеду. Поеду на Снянское водохранилище. Все, спасибо, что подвезли. Вот. А с вами мы увидимся еще или нет? Да? А, ну на всякий случай тогда. Рад был очень познакомиться. Очень приятно. Да? До свидания. Ян Ларос. Да, ищите. Да. Все, удачи. Хорошо, да, напишите там. Покеда. Удивительно, суббота, жарище, а народу вообще нет никого. Здорово, чуваки. А где Ксюха? Только что зашла по пояс. Сейчас окунется. Окунулась. Я не вижу. Видишь ее? Нет. Вон она ползет к берегу. Давно из воды ты не вылазишь? Мураши. А я тебе говорила, что... Холодно, деточка? Куда? Да у тебя губы синие, вода набежит. На мою майку одевай. Надень на нее просто. Невелика маечка-то? В самый раз. Что-то ветер такой. Тенек, прохлада, еще облачка налетели. Что-то уже не особо жарко. Но я все равно купаться пойду. Но вы этого, походу, не слышите. Очень интересно. Я включил сейчас, ну не сейчас, несколько, какое-то время назад, фильтр антиветренный в самой камере. Вот интересно, запишет звук в итоге или нет. Я думаю, что нифига он не запишет. Один ветер будет свистеть. Здравствуйте. У вас перекусить есть? У нас перекусить. Смотрите, какой выбор сэндвичей замечательный. Ух ты. Есть, вот очень рекомендую, с подкопченным лососем, слабосолененький такой, нежный очень, с яйцом вареным. Есть чебуреки разные. А вот это что такое? Это с, вот такой вот тоже сэндвич с сыром, мясом и горячим соусом, как они. Сколько стоит такой сэндвич? 60 они. Вот это 25 чебуреки, а угу. Сэндвичи по 60. Есть вот сок, есть, ну, фанта-кола какая-то. Сегодня, ты что, пить будешь что-нибудь или только мороженое? У меня есть кокосовый орех с кусочками ананаса, у меня есть манго, у меня есть киви, бабл-гам, шоколад с ванилью и карамель с грушей. Шоколад с ванилью и этот, как там? Который манго. Манго хочешь? Да. Ой, какой клевый. Вот таких изотоников я еще не видел. Белорусского производства, кстати. 481. Ждите на обзоре на втором канале. Будет. Разных вкусов. Ты кто? Голодный, брат? Да.
Лапа болит у него. Потерялся, может. Ну что, идет процесс? Видно вам или не видно, сколько там рыбы плавает? Прям под веткой сидят. Это окунь, стая окуней. Полосатый, видишь? Да, да, да. Стая окуней стоит. Такой здоровенный, господи, штук 50. Смотрите, сколько рябины. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что зима будет очень-очень холодной. Это не очень хорошо. Ну вот и все. На сегодня едем домой. Не знаю, там приехали наши путешественники уже или нет. Завтра они предложили нам съездить в замок. Как любит замок?